Поехали. А что мы хотели? Вась, что мы хотели, Вась? А, снять этот ролик, как это самое. Телефон поженить с, вот, с телевизором, вот с таким, например. С океаном. Можно с океаном. Ну, у нас сейчас LG. Вот такой старый. У него даже еще USB-шек нет. HDMI выхода уже есть. USB-шек нету. Так, для этого нужно нам всего лишь навсего приобрести вот такую штучку. Называется она AnyCast. И вот такой провод. Берем AnyCast, подключаем к проводу. HDMI подключаем в телевизор. Да ну нахуй, быть не может. Я тебе, у меня даже так получилось один раз. Подключаем. USB это питание AnyCast от этого непосредственно. И мы попали в просак. В просак попали. Нет питания, понимаете, у нас в телевизоре нет USB-шки. Что же делать? О, но! Берем даже ту же приставку Амина. Можно блок питания на 5 вольт. Есть USB выход. Вставляем, чтобы включена была приставка только. Все, мы дали питание на него. Но на современных телевизорах USB порты есть везде. Поэтому, если современный телевизор будет USB порт, воткнули этот провод непосредственно в телевизор. Все. В современном телевизоре есть Android, ну нахуй не нужно. Включаем телек. Здесь кнопочка для коннекта, для коннекта с телефоном. Вася, ты кто? Ты Вася, ты заткнись. Так, смотрим. Грузится, запускается, все. Вуаля. Берем наш телефон непосредственно. Мы можем быть подключены как к Wi-Fi сети непосредственно, так и к передаче данных, то есть через сим-карту. Важный момент. Если мы будем смотреть, допустим, ролики, видео в YouTube или в интернете, где-либо это не было, через интернет, то в любом случае нам нужно подключиться к Wi-Fi. Не к какой-то там сети, а просто включить функцию Wi-Fi, чтобы была включена, чтобы горел этот значок Wi-Fi. Вот. Второй момент. Для того, чтобы сконнектиться нам сейчас с телевизором, в телефоне должна быть функция, на современных, на многих моделях она есть. Screen Mirroring, вот она. Мы ее нажимаем, он начинает искать наше устройство. Он ищет наше устройство, ищет и находит. И идет коннект непосредственно с телефоном, наш аппарат, наше устройство выводит изображение на телевизор, и мы пользуемся. Допустим, можно смотреть YouTube ролики, можно видео с телефона смотреть, можно клацать на телефоне, видеть, что происходит. Ну, возьмем любой ролик. Так, кому рекламу сделаем? Какому блогеру? Надо хоть покачественнее, чтобы была картинка такая. Да не, вроде ничего не говорит. Сейчас. А там вроде как сейчас, знаешь, Андрюх, там вроде как... Сначала покажут, расскажут, да. Все, запускаем ролик, разворачиваем на весь экран. И вуаля, про нас телевизор такой ребятишь, нехороший. И смотрим. Вскоре могут стать Ну, только надо будет качество видео получше поставить в YouTube. И либо видео, которое вы смотрите на сайте, фильм, чтобы картинка была лучше. На планете поднимается температура. Из атмосферы исчезает кислород. Вот, собственно, и все. Приобретайте, покупайте, ищите в интернете, заказывайте. Голод и нищета. Выключай.